что-то среднее между попером и пробейтом. Первая причина – это мы значительно увеличиваем дальность заброса. Для чего будут служить наши шарики – это будет шумовой эффект. Диаметр лески и диаметр проволоки можно определить на глаз. И загибаем прямо к нашей пробочке. Нить мы можем использовать любую. Ловить ничуть не хуже, чем самый крутой, дорогой японский волкер. Изюбрь – это восточно-азиатский благородный олень, обитающий в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока и Сибири. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки» «Хант Фишинг» организует охоту на изюбря в Уссурийской тайге. С нашей помощью вы сможете пополнить свою коллекцию необычным и редким трофеем –